Ох, ребят, какая красота. Сейчас дорогу чуть перейду. Классно, да, ребят, так вышел с аэропорта, и тут сразу вот на нафиг тебе океан. О, какие тут пирсы прикольные. Да яхточка вообще тема. Люди что-то ждут. Трансфера ждут. Мы, короче, на час раньше нас самолет привез. Что-то слишком быстро нас привез. Все, ребят, Мальдивы. Город Мале, аэропорт. Вот там сам город, а вот это все, короче, аэропорт. Здание аэропорта здесь. Класс. Вон та яхточка вообще классная. Просто супер, ребят. Это офигенная красота. Как на картинке. Ну что, друзья, выбрался наконец-то я отдыхать вместе с женой, с детьми, всей семьей поехали. Сейчас кушать хочу, очень кушать проголодался. Сейчас приду в отель, как все съем там, все, что найду, все съем. Тут-то все вкусно. Это я уже, ребят, второй раз здесь на Мальдивах. И второй раз, как приезжаю, охота просто взять и купить вот здесь квартирку. Надо пробить сколько тут цены, я думаю, стопудово дешевле, чем в моей Алмате. А чё мне жить? Вот живу я в Алматы, в крупном мегаполисе. Куча людей просто, как мураши. Нафиг он нужен? Там еще землетрясение, тем более. А тут вот так вот вышел с квартирки. А у тебя вместо машины яхточка припаркована. Катерок скоростной, лонгфин мой из GTA-шки. Так прыгнул и покатил на рыбалку, и все. Блин, ребят, так на рыбалку хочу. Блин, надо узнать, если тут экскурсии есть с рыбалки. Ну, должны, наверное, быть, ё-моё. Я прям очень хочу на рыбалку. Так не могу. Тем более, в GTA-шке рыбалку сломали. Значит, надо на Мальдивах на рыбалку сходить. На тунца, да? Или на фугу. Да не, фуга-то тут не ловится. Но тунец точно должен ловиться. Ох, ребят. Мостик вон тот длинный соединяет, походу, город с аэропортом. Все на островах, ребят, все на островах. Тут больше транспорт, это водные самолеты и вот такие вот яхточки маленькие. Катерки. Класс, класс. Вот эти яхты тоже хорошие. Они и быстрые, в принципе, и прикольно на них кататься. Сейчас поплывем, постараюсь максимально вам заснять все, всю красоту. Блин, я могу тут так с камерой, наверное, часами стоять. Вообще надо штатив поставить. Ну, точно. Ну, мы сейчас трансфер ждем. Чуть-чуть трансфер ждем. Какой Мале красивый, да? Не, ну, Алмата моя намного красивее, конечно, раз в 10 красивее. Ну, учитывая расположение этого города Мале, то, что он прям возле такого океана голубого, вообще класс. Это все меняет. Здесь хоть что построить, все красиво будет. Ну, имеется в виду дома. Ну, вот так вот раз в магазин заехал, типа чих, пришвартовался. Капитан Джек Воробей. Вот так спрыгнул, нифига, у них рекорды по прыжкам, блин. Раз-раз-раз, забежал, подтянул свой катерок. Хоп-хоп-хоп-хоп. Че ты там его натягиваешь? Морские там узлы сейчас этот чувачок навяжет, нифига у него там этот... Меня аж этот, опьяняет этот... Воздух. Ребят, очень жарко. Очень жарко. Ну вот когда возле воды стоишь, воздух такой прикольный, морской. Ветер продувает. И теплый-теплый ветер. Ребята, я представляю, какая тут вода. В прошлый раз, когда ездили, она вообще кайфовая была. Самая, наверное, кайфовая в мире. Ну ничего, сейчас до отеля доберусь. Купаться пойдем. Там вообще, наверное, будет красота. Че, пришвартовался? Просто тишина и спокойствие. Сейчас на остров поплывем куда-нибудь далеко. Ну, тот вдалеке катерок мне нравится. Он красивенький, который двухэтажный вот тот. У него и форма красивая, и все.
что, ребят, выбирайтесь поскорее тоже куда-нибудь отдыхать. Не жалейте, не экономьте. Вот. Как-то так. Конечно, компьютер новый тоже охота купить, чтобы GTA-шку тащил. Ну ничего, я же настроил, чтобы мне идеально все шло. Да нафиг он нужен, этот компьютер, сейчас лучше отдохнуть поехать, намного лучше. Это на всю жизнь запомнится. О, все, уже отшвартовался, столько узлов вязал на 5 секунд. Давайте посмотрим, как он этот, а вон еще, вон тот красивый катер. Не, вон тот мне нравится, вон тот вообще красиво идет как. Тут катер классный. Такой классный. Да, они все красивые. Когда я первый раз сюда на Мальдивы приехал, для меня это был шок. Вот так вышел с аэропорта и дорог не... Одни корабли и яхты, я тогда офигел. Да сейчас то же самое, ё-моё, выходишь, просто кайфуешь. Ну сейчас уже не офигеваешь, уже сейчас просто кайфую. Вон тот красиво катерок пошел, который вдалеке. Все, ребят, надо переезжать на Мале жить. Квартирку там себе купить уютненькую такую. Сразу, что в паркинге катер запаркованный стоял, так спустился в паркинг, сел на катер, уплыл. Кайфуешь. Вот такие дела, такие дела. Какой-нибудь быстрый такой катер классный, да? Это типа места автобусика, да? Так, такой бюджетный вариант. Ну, номер даже F28, видите? Номер автобуса F28 водного. Какой он уже древний, этот автобусик. Вместо буйков шины всякие. Целая жизнь у них. Что, на месте развернется? Классно. Это, ребят, красота, просто чудесная красота. Я уже, правда, жариться устал. Надо мне в тенек куда-нибудь зайти, снега снимать. Пойдемте пройдемся чуть-чуть с другой пристани посмотрим. Вон с того пирсика. Да или хотя просто в тенечек вот так зайду, уже хорошо. Парковочки, да, ребят, для лодочки. Это класс, конечно. Слушайте, ну надо по городу, наверное, прокатиться, да? Да. Посмотрим сейчас. Посмотрим, что за трансфер будет, если такой коллективный. Да, наверное, на лодке сразу, я думаю, да. Вряд ли в город доберемся. Люди что-то ждут. Кто-то селфи себе уже делает. Да, вон тот катерок красивенький. Ну что, друзья, пошел я потихонечку, наверное, этот кондиционер вон зайду в помещение, немножко охлаждусь. Кайфово тут, что говорить, очень кайфово. Просто не хочется даже уезжать отсюда. Очень классно, ребят. Вон номера, смотрите, какие у них черненькие, модненькие. И желтый тоже он есть. А, это у таксишек желтые, да? Да, у простых вон черненькие, я вижу. Mazda 3.
А ну пойдемте посмотрим, что у мотов за номера. Вон два мота каких-то интересных стоят. Толпа людей. Там у мота вообще маленький, как его разглядеть-то? Это полицейские, наверное, какие-то мотики. Или просто даже не полицейские, может, какой-то службы. Да не, полиция, скорее всего, ну. Это аэропорт, ребят. Вот так вышел из аэропорта, сразу на яхту и уплыл, короче. И все. Классно, да? Дорог не надо, машин нафиг не надо. Вот я бы здесь вообще машину бы не имел, наверное. Я бы лучше катер себе крутой бы имел, чтобы на рыбалку. В просторы туда далеко куда-нибудь. Как уплыл, и все. Ой, какая она у него цвета. И капот весь помятый. Номер интересный, какие-то City Cup. Вау. Что-то я на пешеходе стою, так это. О, и Land Cruiser тут есть. Ну что бы, блин, как на Мальдивах без Land Cruiser? Ну, Land Cruiser'ом меня не удивишь. У нас в Алмате этих Land Cruiser'ов как грязи. Да у нас вообще в Алмате дорогих машин толпа целая. Если тут одна на целую толпу попалась, то у нас их там много. Пойду я найду своих, где они у меня там сидят, немножко кондиционерщики. Да хотя не хочу никуда идти. Пошлите еще снимать этот. Бухточку пойдемте поснимаем, как на яхтах отплываем. Что-то поинтереснее будет. Вода как пенится вот в меня. Уже фотается сразу, сходу, не отходя от кассы. Ну, это все туристы, ребят. Ну что, ребят, крутяк. Я на Мальдивах. Ставьте лайк, ребят. Видос точно лайк заслуживает. Такое я вам не каждый день снимаю. Круто, просто очень круто. Я кайфую вообще от всех этих видов вокруг. Все, меня уже от воды, короче, от воздуха опьяняло и укачало меня уже все вообще. Я уже сейчас в отель приду. Что-нибудь бухну там, что-нибудь выпью немножко. Не надо в тенек идти, ребят. А то я еще на островах нахожусь. Пока кондиционер есть, надо сходить. Кондиционер куда-нибудь. Вот. Ну такие Мальдивы, ребят. Такие тоже машины у них старенькие всякие бывают. Пошел-ка я перейду дорогу. Ух ты, так у них движение другое, я не обратил внимания. Они по неправильной стороне ездят, ребят. Смотрите, они как ездят. Они по встречке ездят все. Блин, прям как мы в GTA-шке по встречке всегда катаем. Вот откуда люди научились по встречке ездить. На Мальдивы приехали и научились. Да я шучу, ребят, шучу, просто прикалываюсь. Все, вот здесь попрохладнее, прям хорошо. Сейчас еще зайду вот в этот Бургер Кинг, или как он там
Burger King. Вот. Мои там все сидят, трансфер ждут, а я все насниматься видео не могу никак. Фух, вот это крутяк, вот это крутяк. Не, Мальдивы топчик. Ох, тут прям кондиционер леденющий. Вон мы тут чемоданы взяли. Наташа, у меня билет уже, как всегда, кому-то пишет. Как дела, дорогие мои? Максимка, о, Макс у меня продвинутый. С повербанком в наушниках. Ну, что он там делает? У него там что-то грузится. Что там грузится? Понятно. О, понятно. Там игрушка грузится. Все, все понятно. А? Ну что, друзья, ждем трансфер, едем в отель дальше. Так что не скучайте. Все, ребят, давайте, до скорого. Пока-пока. На канал не забудьте подписаться.